Тюмени наступило утро. Сегодня здесь открывается молодежный форум «Утро». Молодые югорчане расскажут, как стать успешными бизнесменами и журналистами. В этом году Югра стала организатором двух креативных обучающих площадок. На первой смене округ отвечает за направление «Урал предприимчивый», на второй – за «Медийный». Всего же на форум приедут почти 1500 человек со всего УРФО и других регионов России. Молодежь собирается не только учиться и учить, но и защищать собственные идеи. На утре пройдет конкурс социальных проектов. Самые лучшие инициативы получат гранты на реализацию.